Ее так не помню хорошо. Она приходит и там, значит, действительно перемалывается с той стороны прям молодцы там. И девки-то какие, а? Выходят. Это самое. Когда подошла, она стала разговаривать. А тот с книгой стоит. Он говорит, а что ты пишешь сюда? Он говорит, грехи пишу. Какие грехи? Все, которые у тебя были. А зачем? А грехи все с тобой останутся. Как? А зачем тогда? Ну не знаю, вот вон все хотят. Типа, ну вот все писать грехи, все пиши. Ну хоть вот это ты вычеркни, уж больно тяжел. Не могу. В общем, там она взяла свою одежду, обратно пошла, не стала перемалывать. Ну зачем тогда? Еще раз со всем этим жить? Света Финкенштейн будет звонить, пожалуйста. Если она позвонит, открой ей дверь. Ладно. А что, уехали они?